будет с каждым хейтером. Так вот, вот палец средний, вот так вот, фак. И тупо вот вверх, вниз, вверх. Вот. И тупо. Ну что, дорогие друзья, вот у нас и наступает Новый год, наступил уже у многих россиян, у нас сейчас еще 40 минут до Нового года, это видео я специально для вас вот по последним, можно так сказать, секундам, минутам записываю для вас специально, потому что хочу сказать спасибо тем, кто до сих пор смотрит на меня, кто поддерживает, кто ставит лайки, кто ставит дизлайки. Ладно, друзья, что я хочу сказать? Я хочу сказать то, что я ценю то, что вы смотрите меня и пытаюсь для вас что-то делать интересное и тому подобное. Канал, как вы видите, превращается в разные форматы. Я делаю влоги, я делаю игры, никто не будет прекращать ничего делать. Все, что я делаю, то это все будет на канале. Так что не переживайте, не думайте, что если какой-то один пошел контент, то другого не будет. Приходите на стримы, потому что на стримах у нас такие замечательные люди, как Робовоин, Вригл, Мио, Хинамидзава, Алина Яой, Александра Кензи. У нас очень много людей, вот топ-донатерам особенное спасибо, конечно, хочу сказать и тому подобное. В самом начале я это делаю, в каждом видео к Новому году я делаю вот такие вот видосы, но что я хочу сказать, у нас постоянно поехавшие были видосы, я практически не поздравлял вас всех с Новым годом. А в этом году хочу чисто вот специально для вас сказать это, под такую нарезочку видосов, которая у нас сейчас происходит. Я хочу сказать, что просто вот без вас, я не знаю, многого не было, Алоэ рядом со мной не было бы и тому подобное, вот. Вы понимаете сами, я каждый раз это говорю, когда мы сидим на стримах, обсуждаем всякие различные темы, помогаем людям. Как-то вот я пытаюсь сделать так, чтобы у вас тоже была какая-то вот отдушина в жизни, чтобы вы приходили на стримы, посидели там, да, и поугарали и тому подобное. Алоэ вот пукнула, кстати, вот дико накекала просто, насекала. Я тебя убью, блядь, и ты мне портишь запись, паскуда, я, блядь, Короче, я убил ее нахер, все, валяется она уже в оливье. Досмотрите этот видосик до конца, потому что если вы хотите узнать, какой у нас стол, как мы все сделали, вот, как это все было, вот, можете посмотреть. Ну, опять же, хочу сказать спасибо, с Новым годом вас, хорошего вам настроения. Вичхард мы по-любому допройдем, Леттер мы тоже допройдем. Вот, и сегодня был неплохой стрим такой, на котором залетали люди, я пытался поднимать настроение, не знаю, понравилось, не понравилось. Вот такие дела. С вами был Bloodlinus, и он и будет, он еще очень долгое время будет. Короче, всего всех хороших благ, здоровья и хорошей жизни вам, мои дорогие друзья. Пока-пока. Мы не прощаемся. Будет с каждым хейтером. Опа, видал? Тупо по кусочкам разложили. Меня не снимай, снимай костер. Мы взяли, расчистили, короче, все четенько, что было. Короче, все четенько, что было, короче, все забабахаем. Сейчас будем чисто вот свининку бахать, жарить. Будем прыгать через костер. Короче, кто на Новый год что готовит, пишите в комментариях, потому что мне интересно, на самом деле. Мы вот салатики, мясо, но мясо вот оно уже надоело, таким, ну, такое обычное. Так что вот сегодня будем, короче, делать этот. Будем делать вот такую шнягу. Шнягу, шняжную жизнь, общажную. И обои из дома оторвали. Вот, на самом деле, у нас просто не было бумаги. И мы прям со стен, короче, вот, ну, порвали. И мы растапливаем. Ну, а что вы хотите? Что на Украине? Как еще делать? Как выживать? Вот так вот. Сейчас чуть больше, если огонь пойдет, то, короче, это уже будет считаться Майданом, короче. Я снимаю. Короче, друзья, что самое интересное, почему мы именно готовим шашлык? Потому что нам надоело, опять же, всякая еда, всякая вот эта вот, ну, обычная, да, если жарить и парить, оно не то совсем получится. А вот именно вот шашлычок на свежем воздухе просто идеален. И самое главное, если кто-то будет шашлык делать, там, первого, второго, можно, кстати, тоже делать, то берите свинину, маринуйте ее, чтобы она денек хотя бы у вас полежала, потом бахайте на костре, берите рожек для, в принципе, костра и спокойно все это делайте, потому что так он не разожгется. Уберите весь снег, короче, сделайте вот как у нас вот оборудование, видите, у нас вот именно, как он называется, тупо камни, они уже он с водой, видишь, водяная баня просто какая-то начинается. А потом тупо угли, когда начнутся, вы можете спокойно забабахать сколько угодно шашлыка. Но чем больше углей, тем больше
мясо вы сможете приготовить. И, кстати, покажи прикол. Смотри, видишь, там он, посмотри, видишь, там зеленая, да. Это труба там лежит. Да. Именно горячая труба, походу, и видишь, там снега нету. Прикольно. Вы хотите поздравить нас с Алоэ каким-нибудь, не знаю, там, копейкой, можете тоже закидывать в донатик. Или присылать свою еду с Нового года. Да, или вы просто остатки, короче, соберите вот так с этого и просто нам киданите, короче, в харю, и мы такие вот так вот рот откроем, так. Вот так вот. Это уже было кое-что другое, на самом деле. Так, а сзади... Ну что, да, дорогие друзья, мы, короче, отмечаем Новый год. У меня аж подмышка зачесалась от Нового года. Открываем шампунь. Сними, что у нас тут на этом, на столе. У нас стол такой, конечно, ну, такой, как бы вам сказать. Мясо, сыр, короче, красная он икра, с плесенью, короче, эти уже бутерброды. Дожились, кстати, дожились. С плесенью бутерброды хавают, представляете, сырок. Короче, ну тут вот такое вот, ну короче, вот, все, что хавают люди, вот, тупо, вот, что вы хотите еще, мясо, тупо, шашлычок, шашлындос, вот тот, который мы делали. Вот, короче, у нас даже из конины, это не конина, кстати, маздамер, это хуйнер. Суджук. Да, держи, я сейчас буду открывать. Только осторожно. Алоэ, короче, не пьет, там сзади на фоне у нас это, ты как-то так это, ну хотя ладно. У нас, короче, на фоне Иван Васильевич меняет профессию. Не бах, ну попробуем, кстати. Алоэ не пьет шампанское, она пьет вино, для нее чисто взяли вот такую... Я пью колу. Вот такую штуку для нее взяли. Ну, которую колу. Я пью целый день. Ну да, и она вот это вот пьет. Беллини. Скажите мне, дорого это стоит или нет? Ну, напишите, может, я попробую. Скажи, наверное, да, потому что бутылка такая... Стоит. Не, ну не бахнет, короче, потому что как открывать шампанское, не, друзья? Не, только не бах, как не открывать болтаю. Шампанское? Видите, оно ровное, я не болтаю. Даже если взболтаешь холодное шампанское, оно не сильно бахнет. Но, если вы девушка, парень... Ты меня видно, да? Да. Если, правильно говорю, если вы не умеете и тому подобное, берете вот так вот, вот палец средний, вот так вот, фак, и тупо вот вверх, вниз, вверх, вот, и тупо. Блин, я не думал, что оно потечет. Короче, и наливайте, правда, у меня стакан немножко грязный, короче, на весу не наливают, но мы вот так вот наливаем тупо. А как на весу, почему на весу? Ну, на весу, если наливаешь, ну, вот палец подставляешь, ну, не знаю, это хрен его знает, это алкаши так, это, тупо брют французская, да подними. Да я в стакан снимала. Слушай, французский брют, сейчас Алоэ тоже может попробовать, мы немножко там это, он пузырьки тупо хреначит. Кровь внизу чья-то. Вот это шампанское. От попробуй. Оно брют белое. О! И главное, когда шампанское покупаете, главное, чтобы такая фигня была деревянная. Ужасная. Кислая. Почему? Кислая? Кислая. Ой. Оно кислое, брют. Брют. После него изжога будет капец, наверное. После такого не должна быть, но мы проверим. В принципе, на завтра на утро проверим, короче. Вот, друзья, с 18-м, ой, 19-м у вас годом. Алоэ, надо поцеловать. Поцеловать, как будто бы, знаете, выпил и закусил. Да, короче, занюхал так. Хорошо пахнет. Друзья, хорошего вам Нового года. Не знаю. Короче, друзья, мы едим, кушаем, вот. С Новым годом вас еще раз хотел поздравить. Наслаждайтесь этими днями с каникулами и тому подобное, если они у вас есть. Если у вас нету каникулов. Ой, прям так это, прям так бутылка стоит. Короче, всего хорошего вам. Отношения с родителями, с близкими и тому подобное. У нас, конечно, немного. Мы, короче, бутерброды с этим будем есть, вот видите, с плесенью тупо. На больше ничего не хватило, бутерброды с плесенью. Огонь, просто. Советую всем взять плесенью, какой-нибудь сырок, но не ниже 50 гривен. Все, друзья, удачки, спокойной ночи вам, если вы смотрите это ночью, если смотрите днем. Сейчас ночь с днем перемешается полностью, потому что... Почему? Потому что кто-то спит, кто-то бухает. Да бухают все подряд. Все там херачат на улице эти салюты, фейерверки. Мы сейчас тоже пойдем бахнем, у нас тут одна есть. В Инстаграме, друзья, фейерверки, те, которые мы будем бахать, вот эти вот, вот этот фейерверк мы бахнем. И заходите, я не знаю, мне кажется, он говно на самом деле, но он стоит 180 гривен. Представьте, вот это вот кусок говна. Вот. Так что мы глянем, разберемся. Чтобы не пропускать, подписывайтесь везде. И вы не пропустите ссылки на стримы, Инстаграм и тому подобное, вы увидите в описании. Удачки, давайте, удачки. 2019 год будет вам в компот. Пока. Скажи пока. Пока. Okay.